День добрый, господарство. Решил снять для вас видео по поводу расцветки птенцов. Какого же цвета, всем интересно, получаются птенцы у волнистиков. Ну, когда там синий-синий, все понятно. Я решил вам показать интересную парочку. Вот он, наш самец скачет перед вами. Он практически весь беленький. Вот там голубенькая грудка немножко у него. А самочка на яйцах, уже один вылупился, у нее вроде бы 7, если не ошибаюсь, яичек. Сейчас покажу. А самочка абсолютно темненькая, синяя. Вот, один есть, но цвет мы пока не знаем. Сидит на яйцах дальше, не будем ее тревожить. Буду периодически включать, показывать вам. 6, да, 7 яиц было. Включать, показывать, будет вылупляться по мере вылупления птенцы. И... ближе уже к тому возрасту, когда оперяться, мы будем знать, какого цвета птенцы получились у данной парочки. Да, 6 яичек остается, и птенец уже вылупился. Все, самочка такого цвета, синего, самец практически белый. Так что, ну, интересно будет, добро. Ну, уважаемые... фокус на виду. Второй вылупился. Но пока по первому не видно. Пушок появился. А что за цвет, не скажу вам. Нужно ожидать. Ну что, у нас тут пополнение. Сейчас мы ее подтревожим. Раз, два, три. 4 птенца у нас. Но пока... колер, цвет мы не определим. Ой, топчатый. Ладно, не буду тревожить. Давайте еще немножко подождем. Я потом сниму вам и покажу по цветам, что будет получаться. Ну что, у нас уже 4 птенца и погибший. Сейчас достану. Ну что, у нас 4 их, да? Один или два погибли. Раз. 2, 3, 4 и 2 яичка. Ну, цвет пока еще не определит, но вот самый старший будет что-то синеньким оттенком. Светло-синий может. Посмотрим. Через недельку уже будет хорошо видно. Добрый, не будем тревожить долго. Ну что? У нас уже старший подрастает, но пухом покрывается. Скоро мы скажем, какого колеру у нас 4 птенца, там вот 4 под низом, и 2 яичка. Ну, одно я вижу точно не оплот справа, которое, ну, а лево может что-то вылупиться. Окей, до следующего включения. Ну что, у нас по-прежнему 4. У нас уже из этих яичек ничего не вылупится. Давайте достанем. Ну, по цветам еще. Ну вот, видно уже. Будет интересная расцветка. По маркам, как бы, видно вам. Белая. С таким вот. Черный по краям. Темненький. Синий хвостик он будет. Ну, посмотрим. А ты какой-то странноватый. Ну, нормально. Объелся. Отдыхает. Ну вот. Четверка наша. Немножко подождем. Я еще включусь. Посмотрим расцветочку. Напомню, родители у нас вот такие. Доброе. Успел подловить момент, самочка выскочила. Она начинает выбрасывать уже опилки грязные из дуплянки, готовится к второй кладке. Ну вот, наша четверка. Сейчас я сниму дуплянку, достанем их, почистим дупляночку, осыпем наполнительную и вернем обратно. Ну что сказать про расцветки.
Ну, по хвосту. Вот. Чем фиолетовый, скорее, не голубой, фиолетовый. Перо. Пахательные крылышки светленькие. Так, ну вот, наверное, самый старший. Ну, интересные цвета будут, понимаете? Белый самец, синяя самка. Ну, все такие будут, видно. Все одинаковые, кстати, похожи будут. Светло-синенькие. Ну, вот, самый мелкий. Вот пока трудно сказать. Ну, а этих трое одного цвета. Видите, крылышки получаются. Перо будет беленькое. И окантовочка пера темненькая. Вот. Давайте почистим дупляночку нашу. Банду прикроем. Насыпали новый наполнитель. За все время кладки я меняю наполнитель два раза. Один вот в таком вот возрасте. Это старший. Младший вот такой, когда уже открыл глазки и оперение. Хорошо передвигается. И второй раз, когда уже вот-вот самка должна снести яйцо, чтобы потом не трогать это все дело. Птенцы начинают вылетать, но самые младшие там остаются 1-2, и самка начинает кладку. И нужно подловить момент, поменять наполнитель накануне. Возвращаем дуплянку обратно. Вернули дупляночку. Ну, немножко, неделька, и уже точно там пухом покроется. Будем видеть оперение. Ну, вот такое интересное оперение получится. Белый самец. Где наш этот вот самец? И вон там наша самка. Вот она. Камера найду. Вот. Так, друг, все, закрываем дуплянку. До следующего включения. Ну что, они все будут одного цвета. Вот, теряется уже потихоньку. Через недельку я уже буду чистить дуплянку перед кладкой второй самки. И уже скоро начнут вылетать. Через недельку, я думаю, да, там днем почитать нужно. Когда какой. Светлячки будут все. Ну что, самочка начинает опилочки выбрасывать. Рано. Готовится к лапке. А мы давайте почистим, наверное, сегодня. Еще раз дупляночку. Покажу вам оперение у волны. Сейчас попробуем самочку выманить отсюда. Ну что, начнем, наверное, по старшинству. То, что ты из вас, они почти одинаковые оба. Ну вот. Беленький. С голубеньким. У нас самец светленький. Все в него. Первый. Так, идем сюда. Ну вот второй. Вот. Второй. Все одинаковые. Тут уже все видно. Третий. Чуть замедленное у них оперение пуховое. Ну, это не малявка. Вот. Вот наша четверка какая будет. А вот парочка наша. Вот самец и самка. Вот что получается, когда такие цвета. Не люблю такие цвета, не знаю почему. Которые из магазина Навал нравятся. Под клиента там всякие разные. Мне как-то больше по душе. Это синий, салатовый цвет. Ну, у чехов прикольный цвет, красивый. Ну, вот такое. Ну, каждому свое. У нас всякой птицы хватает. Вот самец, фокус наведу. И самочка наша. Возвращаемся к малявкам. Ну что, насыпали новеньких опилочек. Вот уже и загадили красавцы. О, залетать начинает. Сейчас ловлю. Так, первый. Сейчас
второго слоя. Третий получается. Ну вот. Все светлячки будут с голубым оттенком. Сейчас пойду славлю. Вернул обратно. Ну что, все бело-голубенькие будут. Ну, скажем так, хотел интересное видео снять. А все одного колера отрывались. Раз уж подписчики вы просите по цветам, сниму потом еще про другие парочки. Ну, вот как-то так. Доперятся они уже и будут такие бело-голубенькие, все больше на самца похожи. Ну что, очередное для побольшения вам видео было интересно. Ставьте палец вверх, подписывайтесь, задавайте вопросы, буду снимать, будем показывать вам. До видения, до побольшения, до свидания, сябры.